поздравляем всех с победой, кто у нас верил. Спасибо. Что касается комментариев игры, ну, получилось два разных тайма, не по игре, наверное, по счету. Пропустили вообще безобидный гол. Еще надо посмотреть, почему так получилось, потому что даже не успел как бы среагировать ни на что. Вроде бы с аута, даже со своего аута, если так, то точно не помню, получили гол. В принципе, потом начали стараться, то, что просили ребят, быстро разворачивать атаки. Не получилось, наверное, выходы за счет фланга, где мы хотели сделать преимущество, но немножко не доводили, наверное, до конца эти моменты. В принципе, и Минск сыграл очень хорошо, что касается оборонительной функции особенно. Ну и мы знали, что Минск играет на контратаках, готовились специально под это видение их. Ну и Минск мог тоже, нас как бы еще мог огорчить. Это касается первого тайма. Но в перерыве зашлись, чуть-чуть видоизменили структуру свою в игре. Понимали, что соперник не сможет так долго обороняться. В принципе, наверное, усталость немножко на них скопилась. И мы воплотили эти моменты, то, что попросили у ребят в перерыве в голы. Плюс ко всему надо поздравить у нас Максима Швецова с дебютом, его гол за Минское «Динамо», который он как бы после стандартного положения забил. Это как бы уже переломная пошла, наверное, такая момент. Ну, после этого, опять же, получались быстрые атаки. У нас соперник уже начал немножко прессинговать нас. И потом забили уже третий гол, уже как бы полегче. В принципе, если касается физического плана, ну, я думаю, что по сегодняшней игре, то есть ребята двигались, очень много двигались, просили их прессинговать. В принципе, это они и делали в первом тайме, даже быстрые атаки мы когда выбегали. Ну, то есть по физическим, наверное, кондициям нет вот таких как-то нареканий. Что касается психологических, ну, понятно, что было тяжело в том плане, что давно не были в Белоруссии, и конкретно нам надо было перестраиваться. Может, это сыграло какое-то в первые минуты. В игре сыграло такое с нами, что мы еще как-то, может, были там, пока не готовы были к тому, что сразу переключиться в этот. Ну, а так, в принципе, уже все, уже готовимся, то есть чемпионат уже играем. По плану происходит. Раньше времени Антон, наверное, не сможет пока выйти, помочь нам, но потихонечку уже он возвращается. Честно говоря, только приехали, как бы говорится, еще не проанализировали ситуацию. Но это же не только будет от нас зависеть. Правильно, что есть резервные дни, пока начнем с них. Если получится, может быть, раньше сыграем. Надо, опять же, посидеть, подумать. Еще вопросы? Если вопросов нет, всем спасибо. Спасибо.